you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Clip Play. Первый сервер, мы не Кирилл Путбуль, сегодня у нас будет замлидер, а я девятка СМПЮ, то есть больницы города Южного. Да, именно надо серию начинать на фоне наркотиков, наркопритона какого-то, ну это нормально. Думаю, по названию ролика вы догадались, и по моему скину вы уже догадались, то что у нас новые скины и новая машина. Новая машина — это очень круто. Поэтому влепите обязательно лайкосик, поставьте колокольчик, подпишитесь на канал, кто не подписан, и погнали. Итак, с чего бы начать? Я думаю, начнем, наверное, с скинов. Вот такой вот скин доктора мне очень прям нравится, прям просто посмотрите на это. Просто посмотрите на это. Это просто шедевр. Вот скин именно заведующего очень крутой на самом деле. Очень крутой, но естественно, что у десяток тоже такой скин. Ну, к машине перейдем позже. Но прикольный скин. Я не один скин заменил, я заменил несколько. Сейчас мы их посмотрим. Если, конечно же, они есть в криминалке, конечно. Так, я буду все отыгрывать, конечно же. Давайте, чанки скин, как у меня. 394. Один. Так, чанга. А, стоп. Немного команды ошибся, вот. Чанга скин. Скин 1. Вот такой скин, он вроде обычный у нас получается. Так, его скин 2. Его скин 3. Ну, походу заменился только один скин, к сожалению. Я не знаю, там было где-то 6 скинов. Ну, блин, в СМП как-то мало скинов. Я думал их больше на самом деле. Вот серьезно, я думал их больше. Я на самом деле думал их реально больше. Но, к сожалению, это не так. Извиняюсь за ВК, все переоделись. Вот наш скинец. Вот такой вот. Давайте перейдем к машине. Откроем дверки. Дверки откроем обязательно. Так, теперь откроем сзади тоже. Вот сзади мне прям очень нравится. Просто смотри, какая проработка. Реально, смотри, какая проработка идет. Ну, именно вот это лежак, вот этот, что людей туда ложат. Ну, блин, прикольно проработано. Модель, конечно, не мега супер качественная, но все-таки. Я до этого качал газель, не помню какая, у нее фары сзади не работали, а здесь все работает. Все хорошо, работа. Скоро медицинская помощь. Салончик очень даже. Вот салончик мне нравится. Прям, смотрите, тут такая другая кожа, типа. Или не кожа, не знаю, что такое. Ну, круто выглядит. Можем еще открыть капот. Да, мы можем открыть капот еще, но под капотом все очень печально, на самом деле. Но не думаю то, что вы открываете капот. Приходите, кстати, ко мне в фракцию, и скоро я солю свой модпак, как только будет 6000 подписчиков, я солю свой модпак полностью. Солю свой модпак. Как бы, ссылочки я оставлять не буду, потому что, ну, блин, я думаю, это не нужно делать, как бы. Я уже, когда будет 6000 подписчиков, солю свой модпак, там будет все. Там будут все заменки и так далее. Поезд еще надо заменить мне. Ну, именно сам локомотив. И вертолеты надо изменить, потому что вам они не понравились. Но, думаю, вот скорая помощь и скин врача вам, в принципе, понравился. Как я думаю. Ну, четенький модпак, четенькая машинка. Давайте на ней проедемся. Сейчас я только сзади все закрою, и мы поедем. Все, закрыли капот, и давайте проедемся на этой красавице. На этой красотке просто. Вот реально, Ford Transit это, если что. Да, надо было врезаться вот так прям хорошенечко. Просто на тачку засмотрелся. Это Ford Transit. Вот здесь тоже написано Transit, в принципе. Мигалка работает. Ну, конечно, не так хотелось, потому что сама модель такая, блин, конченая. На самом деле, в криминалке именно эта модель. Сама по себе плохая. Чувак на дебах поехал. Нормально. Это нормально. Но сама модель мне очень нравится на самом деле. И, видите, туманки горят. Как бы передние фары горят. Все очень круто проработано. Модель очень качественная. Задние фары качественные очень. Пластик качественный. Ну, надписи видите какие-то мутные, конечно. Но под капотом не очень. Но в целом модель очень красивая. Очень прикольная. Так что... Не знаю, может я вам скину ссылки, не знаю.
Наверное, на скорую помощь я оставлю ссылку, а вот на скины я не буду оставлять. А на скорую помощь оставлю, в принципе, можете устанавливать. Да, на скорую помощь я ссылочку вам оставлю. Видите, вон вертолеты, надо их заменить, потому что вам они не нравятся. Потихонечку я делаю модпак. Где-то сделаю уже модпак на процентов так 60. Ну, как я хочу именно. Где-то на процентов 60 я сделал. Но, в принципе, так вроде бы все нормально. Я на самом деле хз. Мне вроде бы все нормально. Так что как-то так. Так, давайте проедем дальше. Ну да, прикольная. Вот прикольный, конечно, этот. Скорая помощь прикольненькая. Давайте обратно, извиняюсь за ВК. Блин, забыл выключить просто. Так, кто-то скорую помощь сюда поставил. Непонятно зачем. Давайте переставим обратно. Господи, как меня этот ВК заебал. Вот сильно, чуваки, извиняюсь перед вами, прям неудобно, пиздец. Давайте на место поставим его. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на Сейрайте, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm all